Так, значит, у нас получается ГГ кубок. Рашпиль против Сержика. И у нас атака козлов. Козлиная атака. Что у нас по навыкам? Три переброса. Так. Это вдоль поля мяч улетел. Прям. То есть вот этот парень выбивал, и он как-то вот так ударил. Индусментов не наблюдается особо. Один козлик в запасе, два хуманца в запасе. Стандартный бросающий. Ну, это скорее раннер хуманский. Прилипатель уже есть. Сильный удар. Гард. Больше кардов хотелось бы. Ой, тут и Нигла, и Мув. Вот что-что, а с Ниглой на лос ставить, по-моему, опасно. То есть, по сути, увеличенный шанс играть в десятером с самого начала матча. Привет, Дженни. Я надеюсь, ты не против, если я завтра подхвачу твою игру? А то я что-то с утреца посмотрел, ты там играешь вроде в понедельник. Огр, блок, гард. И Нигла. Так, отбиратель хороший. Ну, такой стандартный хуманский отбиратель. Мне вот такие ребята нравятся, реально. Ему еще стрибол и прям вообще шедевр. Ну, Гритас иногда башит, иногда не башит. Парень с рвеслом. Интересно, что из него вырастет. Тоже отбирать не стак он. Мэтрикол. Душу. Странно, что индусментов нету. Скорее всего, девочки у хуманов там. И все. Ой, здесь смотрите, кто есть. У меня медики неприкасаемые. Вот, кстати, Нургли выйдут, я создам команду и буду подробно описывать матчи. Я уже так постепенно надумываю на эту тему, ну, описывать, как бы, стори-мод своей команды замутить. Надо будет посмотреть вообще. Не, команда медиков — это слишком баяниста, то есть, ну, все ожидают, что у меня будет команда медиков. Не-не-не. Не, возможно, я их назову как-нибудь, типа, медики мистера Пиклза. Или, как это? О, чата нету. А почему чата нет? Действительно. А чат умер, я понял. Сори, ребят, сори. Я, главное, вас всех вижу, всех читаю, а чат умер. К нему пришел мой медик. Привет, или не раз. Поиграть с Минотавром. Ну, смотри. С Клавсой. Ой, дабл единицу, как неудачно. С Клавсой Минотавр очень быстро будет развиваться. То есть, но им надо бить, если ты ему Клавсу берешь. А Тентакля, он как бы приходит и стоит. Им наоборот, не надо бить с Тентаклями. Да, у Хаситов бегай, вот он. Привет, Тон. Не знаю, на форуме ему напиши. Кстати, заталкивается на мяч игрок. Ну, в личку на форуме ему напиши, и все. У меня, по-моему, его нету в френдах. Я сейчас гляну. А, есть.
Все, отписал ему. Мячик покидает любящую аудиторию и сваливает с хуманами. Блин, как хуманы хорошо доджатся, мне прям нравится. А, все, окей. А, Тонг, все, иди играй. Барри тебя ждет. Эх, если бы не блок, то был бы гард. Хотя, если бы не блок, я бы сейчас блок повалили. Смотри, какая штука лежит, да-да-да. Блин, парень, как же тебе гарда не хватает? Протолкнул, кстати, козла. Вообще отличное проталкивание. Через огру причем. И сейчас есть вариант. Стоп. Я думал, на красных кубах там есть вариант. Травмирован. Стрим Тонга. А надо ли? Просто уже начали. Минус армор. Неприятно. Хороший был игрок. То есть такой. Вот, мне такие ребята нравятся, но, к сожалению, минус армор. Ребят, смотрите. Либо мы досматриваем это до конца, либо смотрим Тонга. Просто выбирайте. Тут хаос травмирован. Ну там, в принципе, дарки против хаоса, там должна быть интересная игра. Нет, Тонг в рубле вроде у него там игра сейчас как раз. Опа, хуманцы начали башить. Без литных. А, давайте замутим голосовалку. Давайте замутим голосовалку. В общем, если не знаешь, что делать, мути голосовалку. Новое голосование. Все, господа, голосование сделано, голосование больше есть. Отдавайте свои голоса за понравившегося кандидата. О, хаос пошел башить. Хаос пошел мстить за своего козлика, по сути, нулевого. А мячик-то отсейвлен. В теории. Или в принципе, не знаю. Были неплохие шансы, кстати. Забежать. 4 силы. То есть с ассистом 3 плюс агилка. Были действительно неплохие шансы забежать. И неплохо так треснуть в лицо. Первый блок огром. Нокаут еще один. А хумансы-то молодцы. Минус 2 хумана на поле. Минус 3 козлятина на поле. В один куб освобождает. С даджом пойдет, да? Да, с даджом пошел. Молодец. Побежал, 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 побежал. И тут... И ведь опять будет додж.
То есть это очень быстрый козел, и, соответственно, тоже будет додж. Продолжился, и надо сюда вставать. Вот сюда, вот сюда, сюда. Куда ты туда побежал? Хотя да, так опаснее. Барри, я ему написал, он вроде пошел как раз запускать Blood Bowl. Да, я его чекну. Да, он в Blood Bowl как раз, и похоже тебя ждет, Барри. Добегает, снимает ассист. Причем добегает легко. Стоп. Что это? Почему это? А, он выталкивает линейку. Да, да, понятно. Он тут как бы жадность. Опа-на. Опа-на. Это блицер. Хороший блицер. Ай. МНГ, МНГ, МНГ. Да, МНГ. Минус 2 хумана на поле за один блок. Но! Но! Блин. Минус 2 хумана. Конечно, 2 запасочки есть. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8-9. Прыг-прыг, все. Как-то именно так. Всегда может треснуть на красных, правда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Добегает с одним ГФИ, если бить на красных и хотя бы просто толкнуть. Мифагор, прикольно. То, что я рыла. Бам. Огр с блоком. Блок гард на огре. Шлеп. Молодец. Арисуландр. Эх. Знал бы, что такой пробой, можно было бы по хаосварию ударить и освободить блицера. На блицере? Здесь МНГ. А, или ты имеешь в виду он здесь? Здесь Нигла. Здесь МНГ. Тут минус армор. Тут Нигла. Минус мув и Нигла. А, нет, минус мув просто. Стоп, а где минус мув и Нигла? Наверное, тут валяется. Вот он, минус мув и Нигла. Опасно. Опасно, надо сказать, но работает. Теперь надо вперед пройти и все. От меня голосовалка, ну и хорошо. Все равно эта игра выиграла.
Еще и Сталин. Нормально. А он не боится то, что... Ладно, быстрый козел не отбегает, но вот этот козлик... Скажем, бьет, роняет на шестерку, прибегает с ГФИ, и здесь 2-2. Ну тут вообще это жесткий был дождь на самом деле. Блица это 3 куба. Можно блицануть здесь. Мне не нравится, как он вот здесь встал. То есть он... Почему не сюда встал? Как бы даже если ты побеждаешь этого парня, тебе будет проход закрыт и придется вот здесь отбегать. О, выбирай, что тебе нравится. Непобедимый просто. Можно, Гритас, можно. Почему бы и нет? Как говорится, было бы желание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. С одним ГФИ все равно добегаем. Ну, тут понятно. Тут надо избить все, что избивается. Здесь, правда, гард. А, вниз можно дать, да? Вот он как раз не избивается, гард. Смотри, не завезли, да. Ну, проголосовало, правда, всего 6 людей. Или человеков. Да, буду. И, в принципе, почему нет? Хотя вот этот козел не должен дать посушить мяч еще один ход, на самом деле. Сайдстеп есть. Сайдстеп есть, блок есть. Но это блок на двух кубах с реролом. То есть, такие шансы. Шансы посушить так себе, на самом деле. Он тут добегает куда хочет. Можно, конечно, побайтить на ГФИ, но я бы не стал. Я просто дожил. Это 2 куба. И все. Кроме удара огром больше ничего нет. Не боится ведь. Хотя этого парня еще повалить надо. Блин, а тут был, кто добегает и делал 3 куба. Ладно. Привет, Грейнкор. Просто ничего не боится человек. Красные кубы просто так в лицо. Убежал. И сейчас должен... А, не, занес. Если бы встал на край, то надо было бы прижимать вторым кетчером. А, не совсем на самом деле. В красные кубы... Это не совсем 3+, потому что 2 куба, из которых выбирается худший вариант все-таки.
А в один куб тот же самый 3 плюс, это все-таки просто 3 плюс. Там 2 плюс, да, получается, в красные. Привет, Вергер. Рашпиль должен выиграть. Ну, начало у него многообещающее. Дабл единица. Чё-то я не уверен, что там 11-36. Мне все-таки кажется, там шанс провала где-то ближе к 50% на самом деле. С другой стороны, там был переброс. Ну, такое. Зачем? Какой смысл креститься? Или ты вот про это построение? Перевернутым крестом. И хуманы тоже так стояли, похоже. Ну, посмотрим, посмотрим, на самом деле. Так наукой доказано, когда крестишься, еще больше кажется. Привет, Клэм. Неплохо расстоялись. Такое прям дворфийское дерби какое-то получается. Кстати, Козлик не поднялся, Блоджер. И два хуманца не поднялись. И при этом у хуманов есть девочки, а у Хаоса нету. Вот обратите внимание. У Хаоса нет девочек, один из двух игроков поднялся. У Хумана есть девочки, никто не поднялся. И почему-то как-то в логе кубы отображаются, как будто они кидаются, типа... Сами видели, да? Типа Хаос, Хуманы, Хуманы, Хаос. Почему-то. Хаос девочки. Ну да, там демонетки какие-нибудь тусуются. Так, медик Монов уже ушел. Ну, с другой стороны, Mighty Blow пеленона нету ни у кого. Соответственно, шанс на драму все-таки чуть поменьше. У Хуманов вообще один Mighty Blow на секунду. Нет, два Mighty Blow собран. Рис Уландер. С крашенными губами? Скелеты? Зубами, да. Зубами я могу понять. Разбежался. Тут, конечно, вариантов навалом. И кик уже был. Здесь, конечно, сейчас в пользу хуманов этот бы сыграл. Очень солнечно.
третий игрок. Дождик. Дождик еще в пользу хуманов мог сыграть. Хотя, тут есть ловкий козел. Зато здесь нет ловкого козла. Есть даже козел-чистильщик, который, если что, здесь разгребет все дело. Еще блица не было. Можно сюда прибежать с рогами. О, я сегодня в Тею партию закончил. Чё-то я так и не понял в итоге. Где там квесты по пробуждению титанов найти? Или гигантов? Гигантов найти. Я чё-то основной квест прошел с деревом и все. Он просто открыто это не признает. Так-то он тоже точно любит Слоанэш. А чё он ждет? Тут, по сути, прибежать рогами можно вот в этого парня. Можно даже в этого парня прибежать рогами. Хотя какая разница? Разница большая, этого повалить проще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Можно вот в этого парня прибежать на выбор? Привет, каннибал. Дисканула, что ли? Точно, дисканула. Ну, ладно. Ждем триумфального возвращения кого-то из двух. Так ведьма это по... это... не по... не по части Слоанэш. Если сжечь ведьму, это он к Дзинчу какие-то претензии имеет. Там нормально все. О, минуту назад его дисканула. Вали его! Побеждай его! Раз, два, четыре, пять, угу. Шесть. Соответственно, шесть. Легко. Но этот парень все равно... вот сюда надо было вставать, на самом деле, а не сюда. Хотя бы усложнил жизнь Хаос Ворьеру. А так он просто побежал и все. А я думал, там не это... там вообще должно было быть «зажигай». А может, он просто вичек дарков не любит? Да, Грайндкор, это ГГ-лига. Процентов царей появилось у нас в голосовалке. Блин, если бы заранее знал, можно было бы посчитать количество удавшихся хуманам даджей.
Не, если она не слонышитка, а дзинчитка, то там особо сюрпризов-то нету. Неудавшихся спринтов? Возможно. Додж с фейлен. Трик-трик. Спринт с фейлен. Кстати, а зачем он сюда бежал? Почему он здесь не встал на возможность кетча? Здесь потому что можно поднять. Передать мяч. И... Седьмой мув с ГФИ вообще позволяет вот сюда забежать. Отсюда без интерцепта отдать пас, по-моему. 3, 4, 5, 6. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, семь сюда. Шесть, да? Шесть. Семь, восемь. Ха! Вот так можно сейчас сделать додж и передать ему в лапы. А можно не делать додж, потому что вот этого парня может вырубить Хаус Варьер. Ударом отсюда. Четыре, вот отсюда даже. Даже без ГФИ. То есть он просто прибегает, бьет ему в лицо, толкает его вниз и валит. Нет, не подходит. Надо блиц делать. Рогатым-то. Соответственно, надо в 50% передавать ему мяч. Либо. Либо забегать на максимум сюда куда-нибудь. Вот отсюда, да, вот так вот. То есть он сюда же добегает. Это 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, вот это 7. Потом 8, 9. Или прям вообще по углу 8, 9. Здесь по парням надо вообще блицевать в свое время, значит, получается, и прибегать сюда, и, соответственно, пас. Вариант как вариант. А с другой стороны, стоп, а зачем так мучиться, если можно сюда прибежать? Что-то я туплю. Этого парня поднял, этим объявил блиц. Но надо повалить этого парня, кстати. И хотя бы оттолкнуть, на самом деле. Сайдстепа нету, хотя бы оттолкнуть. В идеале повалить. То есть устраивает все, кроме 1-2. Потом сдоджиться сюда. И здесь забежать, отдать пас. О, как раз... 67-67 такой. Ой, тут даже хорошо, даже доджиться не надо. Оп, ушел. Через блицера какого? Тут просто ничего не удобно, только здесь удобно. Иногда козлы, конечно, проявляют чудеса эльфийской ловкости, буквально. Что там у него в лице застряло. Улыбающиеся девочки танцуют для нас. Ну, есть запасные. Один? Благо, будет еще один драйв на подъем. Да, будет еще один драйв, это хорошо. Что-то девочки реально какие-то куплены. Ой, здесь 3 единицы. Эти единицы были нужны хуманам на пас кетча, а не сейчас. С другой стороны, для хаоса все неплохо. Кроме того, что блоджер валяется, отдыхает. Да нет особого смысла рисковать. Да, тут особого смысла рисковать нету. Ну, в смысле, делать вантер. Но можно, при большом желании. В принципе, игроков хватает.
Че, он добегает? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прям максимальная дистанция. Да не совсем. Лени раз. Они сделаны для того, чтобы ты на всех набираешь мать и блоу пеленон и просто долбишь всех в лицо. А, и гард. Где смайлик с лягушкой? Опять же, у них у всех блок. То есть, изначально. Они сделаны для того, чтобы, как бы, ты должен забашить до того, как забашат тебя. Дронг, дратути. Даже так. Хай. Побежал. Надо на три клетки толкнуть. Одна есть. Осталось еще две. Сейчас есть шанс на вторую. А теперь третья. И надо повалить. Прибегаем сюда. 4, 5, 6, пас. Давай, пас. Давай, мужицкий пас. Удалось. Теперь аккуратненько. По краюшку. По краюшку. Правильно, правильно, правильно. Нифига себе! Просто грязные хуманища. Даже переброс не потратил. Ну, то есть на пас он потратил, конечно, переброс. Но ни на кетч, ни на что-то другое переброс так и не ушел. В целом, очень хорошо. Ну, благодаря сайдстепу, конечно, удалось. Не было бы сайдстепа, все было бы значительно тяжелее. И вот они поднялись. Если сейчас еще козел не поднялся с блоджем, то вообще все плохо, но нет, козлик поднялся. Хосятинки, судя по расстановке, 11. Хуманцов за счет двух запасных тоже 11. Кстати, они до сих пор здесь стоят. Если видите, я щелкаю по ним. То есть они до сих пор тут. Ну, автопереброса. Самое сложное это был, собственно, лосс. Лосс это был самое сложное. Ну, удалось. Причем идеально, то есть стрелка, стрелка и повалил. А что тут у нас, кстати, по кубам? Пробуждение 6, пробуждение 5 и пробуждение 3. Хуманам сейчас надо что? Чтобы камень прилетел в хаосита. Чтобы был пич инвейжен очень удачный.
типа а-ля не повалил никого из хуманов, там, ну, одного какого-нибудь игрока, который стоит вообще коряво, и у хаоса полкоманды легло. Что еще им выгодно? Может быть, жара выгодно. В принципе, Quick Snap будет тоже неплох. Перебросики. Перебросики надо, чтобы именно хуманцам зашли, а не вообще. С другой стороны, если Хаос сейчас получит в обратную сторону то же самое, а-ля никто не упадет, кроме хуманов, или там камень какого-нибудь важного игрока, или блиц, или перфект дефенс, то у хуманов все очень сильно осложняется. Взятка. Взятка тоже хорошо зайдет, тоже спорит. Но взятка она такое, у кого прокнет. Самый провал это, конечно, сейчас какая-нибудь перфект дефенс, вот здесь выстроится и все. Хотя близ будет еще провальнее, на самом деле. Обнял мяч, и это похоже на тачбэк. То есть 50 на 50, короче. 50 на 50. Еще и квикснэп. Приятно. Продвигаемся, господа. Забавно то, что можно теперь здесь подойти линейками. То есть сюда линейку подвести, чтобы сбить лосс. Хасидский. Ну, 3, 4, 5. Ну да, ладно, согласен. Клетка как-то еще глубже на правый фланг уходит. Подведи его. Все равно же блицером будешь закрываться. А, вам не важно. Интересное забивание. Ну, скатер, да. Скатер плохой. Согласен, для хаоситов это неприятно. То есть хуманы будут изначально уже с мячом. Пиу. Судья отлично кидает. Я хочу, чтобы мои эльфы тоже кидали так. Ни разу не проваливали и, соответственно, всегда ловили мячи. И не проваливали пас. Куда тебе прогуляться? По козлу пошел. Больше некуда. Не повалил, кстати. Неприятно. Ой, он еще фоловил. Он не боится какого-нибудь выталкивания опять? А то здесь уже один друг... как бы лишился, хотел сказать, рук, но нет, не рук, он просто МНГ. А зачем? Там не то, что взятки, надо, чтобы он свистел обязательно на чужих фолах, мои фолы игнорировал и, возможно, даже сам фолил. Помните, кстати, в компании есть миссия, где судья выбегает и бьет твоему игроку по морде. И убегает обратно. Что-то мне это все не нравится. Хуманы как бы построились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А дыр-то дофига. Еще и мяч не у сайдстеппера. Да, это надо было делать, согласен. Здесь как-то три игрока, которые ничего не делают. Не касался. Ну, миссии прикольные, на самом деле, в компании. Там местами... местами...
Местами просто обычный Bloodball без чего-либо интересного. Особенно вот эти первые миссии, где сделайте там, унести эльфов двумя пасами, там. Что-то такое. А почему не 10 судей и блицер, я не знаю. Мелкие ивенты, например, чтобы стиль был узнаваем. Не знаю, компания, она как бы учит превозмогать. Особенно меня позабавила миссия с предательством, где у меня предателя убили, то есть он валялся здесь с черепом. И такой на следующий ход, ну, на следующий драйв, он такой, оп, за оппонента уже вышел. Ну, а что такое там, в принципе? Почему нет? Насчет дублей не знаю, я просто не помню, есть там дубли, нет там дублей. Ну что, хуманам надо заносить и дефаться, я так понимаю. А после дефа Сержику надо очень пыхтеть. Не, такого не бывает, чтобы полноценный, чтобы пятисильный игрок или шестисильный, я не помню, сколько там он сильный в компании, короче, перешел за оппонента. Такого не бывает. Хотя в команде Малала, по-моему, демоны Малала называются команда, там, в принципе, может. Рамтут и Морг. Я не читал вообще эту историю с Рамтутом и Моргом. Я знаю, что у них типа неприязнь друг к другу. Вот, но в целом. Я бы попроходил кампанию еще раз. А что-то мне так лениво. Да, шанс выдолбнуть тут, конечно, мизерный. Отсюда зайти. Додж сюда. Минус 4, если я правильно посчитал. О, победил. Фига себе, он его победил как. А, он за них поэтому и не играет. Окей. Там типа рамтуты им дали, да, вместо морга. Хотя, лично на мой взгляд, рестл вместо доджа это провал. Ой, рестл вместо блока это дикий провал.
это гард. Это гард. Ой, как все неприятно. С другой стороны, этот игрок поднимается, Сюда удар на одном кубе, оттолкнул и пошел. Может быть. Шестая сила. Ну, как он в три куба ворвется в клетку, если там трехсильный несет мячик? А, ну на 3+, да. Не, вот Грайнкор написал то, что он на 3 куба и срывается в клетку. Летит на фаерболе? А, ты про это? Фаербольный серфер? И не боится же, кстати. Ой, это переброс. Это устраивает. Понес. Бежим. Run for yourself. Или как? Молодец. Все-таки у хуманов вот эти вот позы при забитии значительно круче, чем норсовские. Поиграно на 75%. Ну там, в принципе, он толкал почти на любых кубах. Там же блоджер, по-моему, стоял. И у нас начало драйва. Здесь никого нету. Здесь тоже никого. То есть все в полном составе, все по один срыв. Единственное, что у хуманов теперь нехватка гарда и рестл-таклера. То есть два достаточно важных игрока. Же. Неплохо. Плохо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Ну, не так уж плохо, на самом деле. Жалко, вот этот не уронили. У меня алкашня во дворе... Давно не встречается, у меня в основном школота по остановкам бухая валяется и по этим. ХВ стоят? Ну как стоят? Два ХВ стоят, два нет. Вот брицеров здесь, конечно, жалко. То есть... Линейку задела, ладно. Лучше бы лос, по-моему, задела. Заделал лосс. Так, 5, да? То есть лосс. Не знаю. Как не заденься, все плохо. Ну,
Рашпилю надо уповать на то, что Хаус не сможет с мячом работать. Сейчас какой-нибудь 1-1 придет. А Хаус хочет двух ходов, кстати, замутить. Даже не оба, даже все три гарда прилегли, смотри. Раз гард, два гард, три гард. Ну это вряд ли будет двухходовка, это скорее трехходовка будет. Здравствуйте, Тар. Опа, переброс. Если сейчас еще на единице, то будет, конечно, совсем неприятно. Нет, даже не переброс. Подбор добегает сюда. Подбор добегает вот сюда. Стоп, он на две клетки получается назад. То есть он вот до сюда только добегает. Надо будет передать мяч а-ля сюда. Решает упасть Форест. Угу. Вот этому козлу надо будет передать мяч. Козел передает мяч сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда мяч передает. И благополучно заносим с одним ГФИ. Ну, в принципе, ничего сложного. Был бы у тебя пасблок, парень. Можно было бы что-нибудь придумать. Я не знаю, что делать. Тут неудобно. Не знаю, какая-то несправедливая эта система с этим... с pitch invasion. То есть, твои игроки падают, ты делаешь блоки. Твои игроки уже переворачиваются, а оппонент все еще в меньшинстве, потому что его игроки все еще лежат. Спасибо, Грета. Будем знать. Три из десяти. Четыре, так, четыре. Марвел вообще что-то в последнее время как-то не особо в этом плане, по-моему. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Отряд самоубийц слабенький фильм, тоже спорит. То есть он решил передавать мяч не сюда, а подобрать, перенести, потратить ход. А потом перенести сюда. Ну, хороший вариант. Да, из них. Так говорят настоящие хорниты. Ну, попытка передать мяч у Хаоса провалилась. А этот... Потом толкнули игрока на мяч, и скатер хороший упал. Вот, хуманы завладели мячом. После этого... Вантерн хуманы сделали. И после вантерна они вот двухходовку сейчас сделали Хаосу. Интересно. Можно прописать додж и один куб. Бомбу? Не знаю, вряд ли. Я сомневаюсь, что Сержик будет лонг-бомбу кидать. Это больше похоже сейчас на занос на следующий ход. Бокер, здравствуй. Вот этого поднять. Стоп, он его не хочет поднимать, а хочет его освободить. Сюда подвести. Нет, вряд ли. После этого мне надо будет отвлечься. То есть удар. А как тогда прописать сюда удар? А, надо подвести сюда. А он может? Да, он может сюда подвести игрока. Сделать удар сюда. Поднять удар сюда. Здесь, правда, какие-то тогда будет ассист не хватать. Что придумать там? Можно дать ассист сюда. Блиц сюда. Стоп. Здесь будет додж. Нет, не будет. Вот здесь будет додж, получается. Это был блиц. Блиц сломался. Блиц сломался, несите новый. Странно, почему здесь не было даджа. Ну, здесь понятно, он не хочет получать лишний удар парнем с Ниглой. А ну здесь-то можно было прикрыть. А что если запад слева? То есть, что если запад здесь, а здесь восток? И, соответственно, проходит такой пас огромный, там, лонг-бомба, да, на 12 клеток. Или сколько, или 15 она, по-моему, не помню. Блин, 12 или 15 лонг-бомба? По-моему, 12. Вот. Козел ловит мяч и убегает с поля туда налево. И ушел туда. Ему говорят, козлина, ты не туда должен был идти. А парень такой, нет, я в закат. И такая еще музычка из вестерна должна быть какая-нибудь.
Когда вообще прикрутят возможность поворачивать камеру? А там фанаты, да? Только черту пересек, да, и сразу поваляли. А потом игра остановилась на 40 минут, потому что фанаты кидали мяч отсюда сюда. И вынь, 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 и все. 40 минут все смотрели на это дело. В смысле меня плавят? Так С не повернет камеру перпендикулярно. Глупый, глупый козел. Козьёль. Или как там было? Козьёль. А, козёль. Может быть, может быть. Мне почему-то через О больше нравится. Жалко, что этот парень не здесь лежит. С прихода. Песня для заката. Я надеюсь, там нет, а не Искрин ты сюда. Как она там? Ту-ту-ту-ту-тун, тун-тун-тун. А, да, да, да. Я понял, о чем ты. Норм вещь. Сойдет. Для заката самое то. Кстати, господа на Твиче что-то себя как-то тихо ведут. Или там чат сломался. А то я твичевский чат вообще не вижу. Правильно, пошли вон, грязные козлы. Так, освободили одного игрока. Это надо было повалить, на самом деле. Здесь есть один освобожденный. Торманен. Освобожденный какой-то. Привет, лагерь. Здравствуй, права. Налипли на мяч. Но это на самом деле такое налипание. Оно как бы есть, его как бы нет. Все равно этот парень всех расчистит. Хамон, кстати. Он какой-то еврей, сразу видно. Обратите внимание, во что превращаются евреи хаоса. Они набирают силу. Воруют. Бам! Пробой приятно. Побежал. Ну, за трещину точно выдаст. Там. Шмяк такой. Посочнее было. Ладно, кстати, хорошие шансы. Прям очень хорошие шансы. В Испании, да? Ну ладно. По мне очень еврейски звучит, на самом деле. Опаньки! Было такое ощущение, что молния сейчас прям у меня в дом собачит. Но нет. Все просто, по-моему. Хамон бежит.
Дает по щам. А, вот тут, тут даже есть дуп. Надо было вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, с одним гуфы получается удар. Запихать его на мяч. Да. Я представляю такой, он пятисильный, как бы идет с мячом, и здесь вот у него за каждую ногу по Хуману, и сверху еще кетчер за шлемак держится. Не-не, блин, Грит, ты сколько раз говорить, у меня нету магов, понимаешь? Ко мне приходит учиться и корова, и волчица, в смысле, только медики. Любой маг, который скажет, что он от меня, врет. Как бы требуйте у него бумаги. Мы не обучаем магов. Только медицина. И, кстати, еще ни один клиент не жаловался на нашу медицину. Родственники клиента, да, бывало жаловались, но сам клиент еще ни разу не пожаловался. Поймал. Но он просто боялся, что мы его лечить начнем. Ну, с одной стороны, все очень сложно, с другой стороны, это обычный 3+. Грубо говоря, один куб без блока. Выбирай просто. Раз и понес. Куда хочешь. Можно еще шиковать. Вы смотрите, здесь какой шик есть. Доджишься. Делаешь вкладку в тровера. Убегаешь кетчером на максимальную дистанцию. И тровером зарабатываешь одно из ПП за счет паса. А я не... Ну как, у каждого есть свои мысли по поводу лечения. Но мы заверяем, после нас... Зомби не остается. Прорицаю 4-1. Ну, возможно, 4-1, да. Ну, не все же хаоса выигрывать, как бы. Не все хаосу башить. С другой стороны, здесь парень 2+ фейлил. А здесь 3+, как-то опаснее. Не кто-то, а что-то, Гритос. Что-то это правильнее. О, окр сейчас сюда вот приходит. Здесь 2 блока. Сюда огр. Отсюда удар. Сюда. Не фоловим. Додж и скакал. Я по-хорошему его, конечно, толкнуть сюда. Если не повалишь, то лучше толкать сюда. Потому что будет здесь додж. Здесь додж. И ушел. А, нет, здесь должен додж. Черт. Огр же никто не держит. Огр никто не держит. Можно блиц, кстати, объявить. То есть сюда огра ставишь, объявляешь блиц, бьешь и уходишь на дозащиту кетчера. Тут. В этом парне нужды нету особой, потому что он тут как бы... Ассисты даже не снимает. Здесь вот этот есть друг, как снимать для ассистов. Опа. А это правильно. Туда его хочет толкать, чтобы потом еще, если что, был бы блиц огром.
только не фоловь. Молодец. Смотрите, блицограм с этой клетки сюда. Неважно. Два, два. Ну, бывает. Да, правда, надо здесь было занять тогда место. И такой трюк и вытолкнул. Сюда. Здесь если было бы занято место, было бы этого парня еще оттолкнуть. Здесь, кстати, кетчер еще охраняет мячик, то есть на него надо еще три куба хотя бы сделать. Сегодня точно в 9. Победил. Бам! Страсть, мордасть. Так, здесь побеждено. Здесь один, один, один. Это три. Победил. Куда? На мяч. За что? Неси, как никогда не нес Сержик. И будет еще два хода без рерола на то, чтобы в ничью сыграть. Молодец. Вовремя сделал шаг повыше и перешагнул леску. И девочки радостно танцуют для этого друга. Гоблин. Ну, хуманам, в принципе, достаточно дефаться. Контр двух ходов надо делать, я не знаю. Так, давайте подумаем. Хаос расставляется в деф. И ему надо агрессивничать, чтобы сыграть в ничью. Хуманам достаточно удержать мяч два хода. Два хода хаоса. Во всех хуманов. Камня, по-моему, больше одного-то не бывает. Есть такая возможность. Обмен камнями. Дружеский такой.
Ну, хаос широко расставился, надо сказать. Прям совсем широко. Здесь брешь. То есть можно сюда вот огра поставить. Повалить хаос варьера. Повалить хаос варьера, соответственно. Эксплозив, здравствуй. Сиренить эксплозив даже. Ну, не знаю, не знаю. Навряд ли или не навряд ли. А что-то мне кажется, вот здесь вот будет окр стоять, который будет пинать вот этого парня вот сюда. Нет, огр на центре. Что? Ну, я и сейчас вроде как играю в Рубабеле. Ну, в смысле, команда все еще находится в Рубабеле и все еще активно. Идеальная защита. Идеальная защита. Я думал, так вот хуманы будут стоять на самом деле. Окей. Будет игра в 9. Ну, Тонг, я в 9 уже не буду стримить. Я вот эту игру сейчас достримливаю, и все, собственно. Или ты завтра, Миша? До Blood Bowl 2? Нет, нет. Я со второго Blood Bowl начал. В первый Blood Bowl я играл чисто так, модельки посмотреть. И то против компа. И это было еще в этот Legendary Edition. Не, ну я понимаю, понимаю, то спасибо там. Можно у Мруна попросить или еще кого. Кстати, что у нас по голосовалке? Ну, нормально. У всех дела хорошо. Стоят. Целых 16 человек проголосовало. Что-то это как-то дворфийством попахивает. Это похоже на клетку на краю. Чиню, что он вот здесь будет потом сталить в последний ход. Через там дабл клетки. Я рассчитывал на полуклетку вот здесь, на самом деле. То есть выбивается этот козел, здесь строится полуклетка, и как-то вот туда вот все это проносится. Окей. Хуманы спасаются клеткой. Ну, или экраном. Странно, по идее, мой ник... Ну, хотя... Мало ли кто там был. Этого козла можно было, кстати, проломить тоже. Здесь выстроить полуклетку. Что-то в один куб не зашло. Огру бы стендфирм. Вергер, да. Вергер еще в первый катал.
Да нет, хуманы как бы делают то, что им хочется. Я не против. Вполне возможно, играя хуманами, я бы также поступил. А вот за эльф я бы все-таки попробовал бы здесь. Хотя... Ну да, за эльф можно было назад отбежать, здесь выстроить полуклетку, в которую потом отдать пас. И все. Кто-то икает. Это... Хуманы, похоже. Хаос по-любому будет прессинговать. Ему очень нужно тачдаун занести. Это понятное дело. Хуманы будут стараться это все дело не дать сделать. То есть там сюда встать. Здесь выстроить экранчик хотя бы из двух игроков. Хотя бы из двух игроков. В идеале, конечно, двойной экран сделать. А, в смысле, в зоне тачдауна в руках? Если он сюда его занесет, то ничего не произойдет. Странно, я думал, он заранее отведет сюда игрока, чтобы мяч с огромной вероятностью вываливался, если что. Хуман и страйкбэк. Ну, дронг, как бы, понятно, что здесь будет именно так. Нет, Огр, что ты делаешь? Ты нам еще нужен. Это все, переброс, ага. Молодец. Бам в лицо. Все равно это последний ход, последним игроком. Почему не использовать на это последний переброс? Тут рерол явно лишним не будет. Кстати, 1-2, 1-2. Нормально он накидал. 1, 6, 5. 1-2, 1-2. Не так плохо. Огр с блоком, конечно, дико тащит. Огр с блоком — это как два огра без блока. Отлично. Был сделан грамотный подкат, перебросов нету. И хуманы побеждают со счетом 2-3. 7 пробоев на 11. Здесь все-таки хаос побеждает по пробоям. 2 на 3 тачдаун, окей. На хаос варьера падает опыт неплохо. На тровера, который, собственно, еще достаточно далеко. С другой стороны, один пас отдать, и он будет опять же в МВП. Хм.
Если черепок один, оба падают два. Стрелочка это 3 и 4. Пятерка это, собственно, как он, защитник спотыкается, и шестерка защитник сбит. В смысле, не я играл. Это играли, собственно, другие ребята. Сержик и Рашпиль. Статистика 50 на 35. Хуманы сделали, несмотря на меньшее количество блоков, хуманы все-таки победили. Ой, тут как шикарно это все. То есть 12 и 5 это 17. 10. 15. 18. Ну, нормально так накидали. Ну, собственно, на этом все. Всем спасибо. Всем до следующего раза. Отлично.